В микрорайоне овощесовхоз цыганка обокрала пенсионерку, похитив у нее из квартиры крупную сумму денег. Старушка сама пустила в дом свою обидчицу. Гостья попросилась к бабушке, посетовав на тяжелое материальное положение. У женщины она попросила какую-нибудь старую одежду, которую хозяйке не жалко отдать малоимущей. Пока хабаровчанка перебирала вещи в шкафу, цыганка предложила ей свои услуги. Якобы потомственная провидящая заметила угрозу, нависшую над жильем хабаровчанки. Порчу гостя предложила снять немедля. Для обряда очищения гадалка потребовала все наличные, которые были в доме. Деньги она завернула в полотенце и начала шептать над ним какие-то слова. Хозяйка призналась, что в это время будто находилась в трансе и манипуляции цыганки совершенно не запомнила. Уходя, злоумышленница сказала хозяйке, что к полотенцу нельзя прикасаться 3 дня. Отойдя от цыганского гипноза, женщина все-таки подняла тряпку, но денег под ней не нашла. Пенсионерка лишилась 150 тысяч рублей. Полицейские ведут расследование по факту кражи в крупном размере. В поиске преступницы должен помочь фоторобот. Внешность обманщицы старушка запомнила хорошо. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Мария Склярова и Виталий Векслер.